Друзья, всем привет! В этом видео показываю вам комплекс из двух отелей Сирень Айленд, Сирень Шарм. 4 звезды, бухта раз на зрани. Погнали! Так, сейчас мы заходим в холл отеля. Что хочу сказать, ребят, тут у меня рандеву. Когда-то я уже отдыхал тут. Это было очень-очень давно, но... Это, наверное, был, по-моему, первый мой отель в Египте, в котором я отдыхал. Справа у нас на входе ресепшн. И вот такой вот просторный холл. Внизу у нас находится спуск. Мы спускаемся в ресторан отеля. Ну, скорее всего, мы туда сейчас не пойдем, там сейчас закрыто. И с правой стороны у нас... Сразу за ресепшеном находится бар. Да, и пару слов хотел вам рассказать за инфраструктуру, за территорией отеля. Смотрите, значит, два отеля эти расположены в таком месте, что за территорией инфраструктуры нету, за исключением там некоторых отелей, которые расположены рядом, и одного такого небольшого торгового центра, который находится перед пляжем отелей. Да, там можно купить магнитики и другие сувениры, но чтобы посмотреть активную веселую инфраструктуру, туристам придется обязательно только ехать в ближайшие активные бухты. Кстати, все-таки идем мы через ресторан. Собственно говоря, вот он. Да, ребят, ностальгия небольшая. Кстати, все еще относительно более-менее так вот по-египетски в нормальном состоянии. То есть здесь сервируется подача еды на этих столах. И дальше за рестораном у нас находится территория отеля. Есть терраса возле ресторана. Если вы не хотите кушать в помещении, в самом ресторане, можете кушать на территории этой террасы. Сразу слева у нас бассейн для деток с маленькими горками, две. И вот наш бассейн для взрослых. Тут у нас тоже есть три горки. Так, ребят, насчет шезлонгов. Они остались те же с того, наверное, времени, когда я здесь отдыхал. Поэтому раньше они здесь были классные, новенькие. Сейчас смотрите, в каком они состоянии. Бассейн, там, где горки побольше, глубина 110 сантиметров. Ну, тоже видно, что все-таки как бы особо ничего не приводили в порядок, не поддерживали, скорее всего, состояние отеля в нормальном, чтобы оно было. То есть жаль, что так все оно выглядит, потому что когда я здесь был, здесь все было, ну, просто супер по-египетски. Так, ребят, еще один бассейн. Это главный у нас бассейн. И, соответственно, тут еще есть несколько горок. Справа у нас 4 горки. И слева вон побольше одна горка. Этот бассейн у нас уже немножко получше состояние. 110 сантиметров глубина. Но опять, я не могу сказать, что здесь что-то делали, что-то обновляли с того времени, когда я здесь был. Хотя еще более-менее эта часть выглядит ухоженно. Да, на пляже, кстати, еще есть два бассейна. Один для деток, один для взрослых, который работает на оба отеля. И, насколько я знаю, все бассейны без подогрева. Так, дальше показываю вам номер категории стандарт с видом на бассейн. В целом нам показали номер в очень хорошем состоянии для этого отеля. Я думаю, что есть номера, конечно, и похуже. Так что на месте, возможно, туристам придется все-таки решать вопрос с номером. Естественно, вид из этого номера просто отличный. Кстати, терраса здесь, балкон, тоже очень такой вот немаленький по сравнению с размером номера. Так вот, вид здесь на бассейн. Есть другие номера с видом там на сад, на территорию соседнего отеля, вот, и на территорию, можно сказать, пустыни. В общем, кому принципиальный вид из балкона, то бронируйте сразу правильную категорию номера. Так, и санузел. Значит, слева у нас умывальник, косметика присутствует, умывальник чистый, без ржавчины. Фен нового образца,
чистый туалет, ванная. Ничего в ванной не обновлялось, но она чистая, ржавчины нету. Полотенечко в наличии, все чистенько. Так, ребят, ну что могу сказать по данному отелю, либо комплексу. Я расстроен, потому что состояние реально, как бы, лично из того, что было и во что оно превратилось, совсем все по-другому, то есть с того момента, когда я здесь отдыхал. Здесь было классно, здесь было комфортно, здесь было уютно. Сейчас это все запустили, ничего оно особо не поддерживается. Да, вроде бы тут есть персонал, который следит за этим, который он что-то там косить собрался, но, собственно говоря, это реально как бы не тот уровень, в котором я здесь был первый раз в Египте в своей жизни, ребят. Что здесь из хорошего, сразу говорю, это относительно хорошее море, имеется в виду. Первое, что хоть отели на второй линии, значит, до моря примерно 300 с копейками метров, ну, если смотреть с краю территории отеля. Есть шаттл, ходит по расписанию, все это можно узнать непосредственно по заселению, потому что время меняется иногда. И если вы пешком идете, 5-10 минут, давайте так говорить, составит у вас дорога до пляжа отеля. На пляже у нас есть, естественно, шезлонги, есть бар, то есть там можно выпить алкогольных, безалкогольных напитков. Есть понтон пластиковый. И если кто желает, можно зайти с берега, но с берега там у нас желательно обязательно одевать обувь, если вы заходите с берега. Если вы спускаетесь с понтона, то глубина там относительно небольшая, то есть, ну, наверное, где-то 1.5 метра там на спуске. Вот. И, соответственно, по коралловому рифу скажу, хоть он находится, этот отель, в бухте Рас Насрани, но именно в этой части здесь не есть самый лучший коралловый риф. Ну, вернее, его, можно сказать, он отсутствует. Тут есть несколько таких очагов кораллов под водичкой. И, соответственно, есть там рыбки, но это совсем не то, что мы можем получить там, где находятся отели чуть-чуть дальше. Там, где находится Coral Sea Sensatory, там, где находится Барон. Из того, что я видел, это один, наверное, самый лучший коралловый риф в Шарм-эль-Шейхе, то туда можно туда добраться, можно это все посмотреть. Я это все делал. Если что, спрашивайте в комментариях, как это. Ну, а те, кто отдыхал в этом отеле, ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях под этим видео ваши впечатления, что понравилось, что не понравилось, когда отдыхали лето, зима, осень. Задавайте вопросы, подписывайтесь на канал, кнопочка подписаться внизу под этим видео. До новых встреч, ребят, пока-пока.